счастьем. Да вы все-таки говорите, как мне комплимент. Эта моя шаровка оказалась отвратительной после столицы. Чрезвычайно отвратительно, но привык жить в столице, в свете, комбрайный вуз, и тут же отправиться в дорогу, грязный трактир, мрак, невежество. Право, если бы этот случай приобретали, я вознаградил за все. Это вы недостойны. Как недостойны? Как недостойны? Сударыня! Как вы могли быть недостойны, сударыня? Вы достойны! Ой! Мы живем в деревне. Вообще! Ну что деревня? Что деревня? Ну, деревня тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, со столицей не сравнить. Не сравнить со столицей. Эх, Петербург! Что за жизнь? А вы, наверное, думаете, я в столице переписываю? Я переписываю. Да я не переписываю, я начальник отделения! Со мной на дружеской ноге. Да, бывало, хлопнет меня по плечу и скажет: Иван Александрович, братец, пойдемте-ка отобедаем. Да. Да что вы? Я департамента захожу так на 2 минуты, ну скажи, что это так, а это так. О, я чиновник. Крисы, так я уже сразу за мной записываю. Да что вы? Да меня, конечно, демонстрацером хотели сделать. Да только думаю, ну зачем? Ой, за мной охранник бежит в частный, передайте Иван Александрович, я вам сапоги надену. Да, господа, присаживайтесь, что же вы стоите, да, господа? При таком случае и пострелять можно. А вы знаете, я тоже не люблю церемонии. Я все как-то пытаюсь на ворот, мимо проскакивать. Никак нельзя. Никак нельзя. А вот бывает, иду по улице, и тут же меня люди узнают. Говорят, он, Иван Александрович, говорят, идет. Да. А меня даже так за главнокомандующего приняли. И иду себе спокойно по улице. Тут солдаты выскочат, ружья не сделают. Ну, братец Иван Александрович, мы тебя прямо за главнокомандующим тебе приняли. Ой, подскажите, как, а? Актриса нехорошая. Я же тоже водовильщики, литераторов часто вижу. Ну что там? С Пушкиным на дружеской ноге. Да. Бывало, сидим с ним, я говорю, ну, брат Пушкин, как ты там, брат Пушкин? А он мне говорит, да ничего так, ничего так, говорит. Все так, как там, все так. Да большое кино, большое ли кино? А вы, наверное, вы, наверное, пишете. А как это, наверное, приятно. Чинителю, а вы и журналы помещаете, а? И в журналы помещаю, и помещаю. И театральный директор говорит, ну, братец Иван Александрович, будь добр, ну, напиши. А я ж себе, ну, братец, ну, ты ж изволи, все написал. Вот все последнее, что читали. Приятный, женитьба Фигаро, не мотал, все мое. В один вечер все написал, всех изумил. И все, что под именем барона Брандиуса, тоже мое. Так Брандиус, это про вас? Ах, как же! Да мне, я статьи поправляю, мне же Смирдин 40 тысяч дает. А Юрий Милославский, ваше сочинение? Мой Юрий Милославский.
Я признаюсь, из родного существую, понимаете. Да мне и дом перезаменит, так дом Ивана Александровича. Ну что вы, господа, ну вы извольте, как будете в столице, загляните ко мне. Я ведь балы тоже даю. А, наверное, с каким великолепием даются балы, а? Ух, не говорите! Вот стоит на столе арбуз. Так 700 рублей арбуз! А супчик? Супчик, ты господин, стоишь на крышечку. Запах такой... Такой запах, ну в природе такого не сыскать, запах, а? А у нас зависит, собрался. Немецкий посланник, французский посланник, английский посланник, чешский посланник, ну и я, как же без меня-то? А какое счастье заглянуть ко мне, порадовали с утра. Я еще не проснулся, в халатике стою, завтра подготовлюсь. А ко мне уж выстроились в очередь командиры, чиновники.